Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Я сейчас его разъебу. Все, дед, блядь! Надо найти бит, я потеряла бит. Подождите, надо не облажаться. Блядь, надо... Все, я включаю бит. Я включаю бит. Все, я включаю. Нет, 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 это деду до меня далеко. Я? Блять, сюда долго. Дед! Я тебя положу на свою пизду и покажу, как одного в тюрьме год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь или девять, пять или девять. Дед, ты на меня не пизди, я покажу тебе, как говорить по сиге. У меня изо рта пахнет охуенно, если ты услышал другой звук, то это непременно будет тебе не выходом. Я тебя разъебу, и тебе будет плохо, будет плохо, дед, будет плохо, дед, 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 будет плохо, дед. В камере тебя посадят на бутылку, или на две, или на три, или на восемь, каждый день на восемь. Дед, покажу тебе свой омлет. Дед, дед, ты назвал меня псиной, но нет, 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 псиной будешь ты, ведь я покажу тебе, как надевать усы. Или два, или три, или четыре, или пять, или шесть, или семь, или восемь, или девять, или десять, 12, 14, 16. Ой, блядь, ты на меня не пизди. Покажу тебе свои усы, или покажу тебе я, как не пиздеть на меня. Показать тебе воронку я не смогу, потому что я не имею 18 лет, а ты имеешь теперь целых 8 лет. Бля, дед, уебан, я ебан, карат, бля, Он уже выключил, блядь! Пиздец, он уже меня... А нахуя я пела?